Брестский областной эндокринологический диспансер – центральное учреждение здравоохранения своего профиля в нашем регионе. Каждый день здесь принимают порядка 160 пациентов. В нашем регионе различные эндокринологические заболевания выявлены у порядка 240 тысяч человек. Из них около 70 тысяч – патологии щитовидной железы. Если говорить о заболеваниях щитовидной железы, то их можно разделить на несколько видов. Это аутоиммунные заболевания, наиболее частые, которые встречаются в щитовидной железе, заболевания, связанные с поломкой в иммунной системе, и они могут, конечно, сопровождаться гормональными нарушениями. Как раз этим мы занимаемся, и растет заболеваемость, в частности, аутоиммунным тиреоидитом, болезнью Грейсом, токсическим зобом и другими аутоиммунными заболеваниями. Кроме аутоиммунных заболеваний, есть еще неаутоиммунные заболевания. Это узловой зоб, опухоли щитовидной железы, рак щитовидной железы, тоже заболеваемость растет, и это связано с полноценной нашей работой. То есть мы вернулись на уровень 2019 года по заболеваемости. В кабинетах все необходимое оборудование. УЗИ, аппараты, которые позволяют сразу же провести необходимый осмотр, кабинет лабораторной диагностики. Взять анализы пациенты могут с самого утра и на протяжении дня получить информацию о состоянии здоровья. Благодаря вот этим экспресс-анализаторам мы можем проводить исследования буквально в считанные часы гормональные. То есть здесь криповая система, и здесь и контроль, и стандарт, и проба, все в одном стрипе. Это очень удобно, то есть мы можем выполнять для каждого индивидуального пациента исследования. Стало плохое самочувствие, частое сердцебиение, тремор в руках, пропал аппетит и стало очень сильно терять вес. Обратилась к терапевту, терапевт направил. Сдала анализы, направила к эндокринологу. Вопросы со здоровьем щитовидной железы для брещанки Ирины Миланюк стали актуальны порядка 10 лет назад. Чаще всего это патология щитовидной железы, паращитовидных желез и, конечно же, сахарный диабет. Ну, потому что они, в принципе, если взять такую общую заболеваемость, они сам наиболее распространенные, в принципе, в популяции. По поводу щитовидной железы, в принципе, здесь нет такого, что прям надо проверяться все время, но если какие-то жалобы появляются, да, у человека что-то не так, и как бы он обращается, можно вспомнить про этот орган, в принципе, проверить уровень гормона ТТГ, это такой вот для скрининга вполне достаточно, и сделать УЗИ, но опять же это лучше делать все-таки по показаниям и после осмотра хотя бы врача там общей практики. Сейчас женщина внимательно следит за уровнем гормонов, проходит обязательное обследование каждый год. Специалисты отмечают, что для людей, которые не отмечают у себя сложности со здоровьем, нет необходимости проходить пристальные чекапы. По обращаемости выявления пациенты направляются из других кабинетов нашего региона эндокринологических. И мы принимаем решение с помощью пункционной биопсии, выявляем случаи, которые могут быть подозрительные на рак щитовидной железы. У нас это достаточно успешно проводится в диспансере. И есть передвижная диагностическая лаборатория. Если анализировать количество проведенных пункционных биопсий и выявленных случаев рака щитовидной железы, то соотношение приблизительно 1 к 8. То есть на каждая восьмая пункция это рак щитовидной железы. И таких случаев мы выявляем около 300 в год. Вместе с тем, в нашем регионе единственным в стране проводят операции на щитовидной железе при помощи лапароскопии. Но это если речь идет не об онкологии. Увы, но вместе с качественной помощью наш регион продолжает сохранять антилидерство в стране по количеству зарегистрированных случаев рака щитовидной железы. В группе риска – люди, рожденные в 1986 году, либо те, которые были детьми в то время. Это последствия взрыва на Чернобыльской атомной электростанции и влияние радиоактивного йода. Вместе с тем, онкология щитовидной железы, как говорят специалисты, хорошо дифференцированный рак, и он успешно поддается лечению. Забота о здоровье человека в чем-то командная работа, где ответственность за свое состояние во многом зависит от нас и нашего образа жизни, но в случае необходимости свою помощь окажут и специалисты.